Куйбышевском районном суде Омска начался процесс по делу Дмитрия Андреева. Его обвиняют в совершении двух разбоев и грабежа. Три преступления Андреев совершил за один день. Как следует из материалов уголовного дела, Андреев, угрожая расправой, отбирал у девушек деньги и телефоны. На все у Андреева ушло несколько часов. Украденные в районе остановки 9-я линия деньги и мобильный телефон он сдал в ломбард. Во время совершения преступления Андреев находился в состоянии алкогольного опьянения. То есть это мы будем просить признать в качестве обстоятельств отягчающего наказания. Согласно предъявленному обвинению, он обвиняется в том, что в течение одного дня в сентябре 2015 года напал на трех потерпевших и с угрозой применения насилия совершил хищение у них имущества. Мобильный телефон и денежные средства. От действий Андреева, по версии следствия, пострадала и несовершеннолетняя девушка. Чтобы не нарушать права ребенка, суд прошел за закрытыми от представителей СМИ дверями. До оглашения приговора мужчина будет находиться в СИЗО.